Имена ивановских боксеров появятся в книге рекордов Гиннесса. В минувшие выходные в Москве был установлен рекорд по боксу. На Красной площади состоялась самая массовая тренировка, в которой приняли участие более 3000 человек. В числе спортсменов 49 ивановцев. Поездку организовала областная федерация бокса. Тренировка признана рекордной и будет включена в книгу Гиннесса. Как сообщают в Федерации бокса России, сейчас проходят официальные процедуры, в том числе подсчеты участников. Предполагается, что в течение месяца рекорд будет окончательно утвержден. Стоит отметить, что предыдущий рекорд был установлен в 2015 году в Москве. Тогда на тренировку собралось более 700 боксеров. Мы приехали вообще в таких эмоциях. Во-первых, тренировку проводили олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, София Чигава. На протяжении получаса мы должны были тренироваться и ни в коем случае не останавливаться, потому что если бы мы остановились, то рекорд бы не зафиксировали. Много было представителей из книги рекордов Гиннесса.